הלו? לא, שמוליק לא בבית. הוא בבית חולים, כן, כבר הרבה זמן. לא מוכנים לשחרר אותו. ביי. אמא, לא בית חולים, בית סוהר. בית חולים, בית סוהר, מה זה משנה? כבר לא מוכנים לשחרר אותו. Ребят, давайте разберем. Здесь, в общем-то, все очень просто, но есть пару нюансов, которые стоит тоже подметить. Алло. Алло, Шмулик ло бабайт. У бабет холим. Ну, тут все так понятно, да? Шмулика нету, у ло бабайт, он не дома. У бабет холим, он в больнице. Кен кварар безман. Да, уже много времени, но можно перевести как долго или уже достаточно долго. Ло муханим ле шахрерото. Ло муханим — это не готовы, ле шахрер — освободить, дословно освободить его. Ло муханим ле шахрерото. Кстати, слово ло мухан в иврите, чтобы вы знали, еще используется не только как слово просто там не готовы что-то сделать, хотя мне кажется, в русском языке тоже порой можно так использовать. Его можно также перевести как не согласны что-то сделать. То есть, например, если вы хотите сказать «я не согласен этого делать», причем даже категорически не согласен, то можно на иврите сказать «ани ло мухан ла сот эдзе» или «ани ло мухана», то есть «я не готов, не готова». Поэтому можно перевести это как «они», ну или просто там обобщенно, категорически не согласны его выписать или выписывать из больницы. Дело в том, что тут некая игра слов. На иврите «ле шахрер», мы сейчас поговорим об этом глаголе отдельно в конце ролика, это дословно «освободить», но оно используется также и когда кого-то выписывают из больницы, поэтому берут бланк, который называется «тофес шехрур», и также из армии демобилизировать тоже будет «ле шахрер». Ну и, в общем, она говорит, они не готовы или, то есть, не согласны категорически его выписывать. «Шахрер оту. Бай. Имя любит хулим». И как бы дочка говорит, мама, не больница, а тюрьма. Има ло бет холим бет сохар. Бет сохар — это тюрьма. И по-любому, вот я прямо вижу, слышу, как кто-то говорит, Тимура, как же келе? Келе — это тоже тюрьма. Все нормально. И бет сохар — это тюрьма. Поэтому можно и так сказать. Сохар. Бет холим. И, как вы понимаете, это смехут. Со словом байт шель, как бет сефер, бет холим, бет сохар. На что мать говорит, бет холим, бет сор, мазем шане. Мазем шане — дословно что? Это меняет от глагола ле шанот, что-то изменить. Поэтому мы переводим всегда это устойчивое выражение. Мазем шане — как, да какая разница. Поэтому она говорит, бет холим, бет сор, какая разница. Бет сор, мазем шане, айкар ло муханим. Главное, что они категорически не согласны или не готовы его освободить, а уже из тюрьмы это действительно освободить, так же, как из больницы освободить, то есть выписать. А и Карлу муханим ле шахрер ото. Окей. Муханим ле шахрер ото. То, ребят, теперь немного про иврит. Давайте начнем с конца. Слово «айкар» очень часто используется. Айкар — это главное, но как вводное слово. Например, я говорю, ну, главное, чтобы вы пришли. Айкар шетавоу. Айкар шетаасу. Главное, чтобы вы это сделали. То есть это такое вводное главное, чтобы или просто главное. С артиклем. Айкар. Кстати, с этим же словом есть слово бейкар. Бейкар — в основном. Айкар — главное или главное, запятая, чтобы. Бейкар — в основном. Дальше. Слово «лешахрер». Ключевое слово этого ролика. «Лешахрер». Немного технических данных. «Биньян пиэль» — четырехзначный корень. «Шин хэт рейш рейш». Освободить, демобилизировать, выписать из больницы. Его производное глагольное существительное. «Шихрур» — освобождение, выписывание или выписка. И «демобилизация». От него мы получаем страдательный залог, и это уже биньян пуаль. В настоящем времени это будет причастием. Мешухрар, мешухререт.
освобожден, освобожденная, освобождена и так далее. Демобилизирован и все такое. Также лешахрер можно использовать как слово расслабить. Там лешахрер шрир или лешахрер гуф. То есть немного там расслабить и как бы освободить после тренировки. Поэтому часто вот эти вот растяжки тоже называют, помимо слова метихот, от слова лимтох, натянуть-тянуть, растягивать, еще говорят словом шихруру. Ну и, конечно же, у нас есть возвратный залог, то есть освободиться. У нас есть слово освободить, лешахрер. Мы можем добавить суффикс ся в русском языке и получить слово освободиться или освобождаться. И это уже на иврите будет лехиштахрер, биняни тваэль. Биняни тваэль, буква щин, меняется местами с буквой тав. То есть вместо классического варианта леитшахрер, как это должно было бы вроде быть, щин и тав меняются местами, я это называю рокировкой, и получается уже лейштахрер. Естественно, мы используем это с предлогом ми, откуда освободиться. Если мы говорим про армию, то есть демобилизироваться. Лейштахрер мяцава. Поэтому дата демобилизации на иврите будет тарих шихрур. Если мы говорим из больницы, лейштахрер мибет холим или мибет ахолим. Артикль всегда падает на второе слово в смехуте. Ну или выйти из тюрьмы, это будет на иврите тоже либо ляцет, либо лейштахрер мибет асоар. Ребят, на этом все. Если вам этот ролик был полезен, ставьте лайки, делитесь им с тем, кому он также будет полезен. С вами был Тимур. Всего доброго.